Праздник уже чувствуется на улицах Тбилиси. В столице Грузии открылась новогодняя деревня. Гостей, жителей приглашают на развлекательные шоу и праздничную распродажу. В этом году организаторы мечтают подарить людям ощущение мира и защищенности. И так удалось ли им это, расскажет Юлия Тужилкина. Сказочным шествием с Санта-Клаусами и эльфами открылась новогодняя деревня в Тбилиси. Инсталляции, праздничные декорации и аттракционы. Огромная территория в самом центре столицы Грузии сверкает и переливается. Новогодняя деревня расположилась в этом году в детском парке на площади Арбелиани и пешеходной улице. Наш сегодняшний новогодний слоган – «Тбилиси – город мира». И наше огромное желание, чтобы все тут чувствовали себя спокойно и защищенно. И чтобы это место действительно подарило людям ощущение праздника. Это для нас самое главное. Организаторы постарались, чтобы в новогодней деревне было интересно всем – и детям, и взрослым. Вечером оживают две сцены, где с концертами выступают местные группы. А рядом проходит ярмарка и развлекательные программы для детей. Очень нравится тут все. Развлекаемся я и моя дочка. Не осталось ни одного аниматора и ни одного героя мультиков, с кем бы мы ни сфотографировались. Каждый год мы ждем, когда откроется новогодняя деревня. Приходим сюда и развлекаемся, да? Главный праздник в году грузины отмечают с размахом, потому новогодняя деревня будет шуметь, бурлить и праздновать целых 22 дня. А в день закрытия, 14 января, гостей и жителей столицы ждет яркое музыкальное шоу. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.